see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. Давай, давай, Стёп, давай. Дай быстрее паркуйся здесь возле наших тарантаек. Ну что, вся бригада в сборе, как говорится. Пришло время... Убери бит, мы не будем никого калечить, Стёпа. Пришло время правосудия. Пришло время возместить мой моральный ущерб, оставленный... рекламщицей Людмилой, которая прямо сейчас находится там в окне и палит на нас в эту же секунду. Вот что она сделала в предыдущей серии. Это, кстати, уже не первый, не второй, не четвертый, даже не 25-й раз. Каждый раз, когда я у нее заказываю рекламу, она делает подобные вещи. У нас с Катей вышел рум-тур. И вместо того, чтобы сделать рекламу там, Эдисон и Катя, как они живут вместе? Прекрасная там двухкомнатная квартира, светлый унитаз, чистый сральник, ну что-то вот в этом роде, она делает, соблазнила майнкрафтера и украла канал. Какой украла канал? С ума сошла. Мы с Катей рум-тур записали, она... Пошли за мной, пацаны. Она каждый раз пытается оклеветать меня перед моими же подписчиками, чтобы все мои подписчики начали плохо думать о Кате. То есть не то, что Катя там такая-то помогает мне записывать ролики, там помогает придумывать какие-то идеи. Нет, она подает Кате так, как будто она реально украла у меня канал. Пацаны, подойдите сюда, быстро. Все же помнят про план Б. Если что, я вам намекну. Пошли. Но сначала мы, естественно, обычным путем попробуем с Людмилой просто так поговорить. Людмила! Выйдите на балкончик, пожалуйста. Людмила! Ни в какую просто. Людочка, мы вас здесь заждались. В окошко выгляните, пожалуйста, мордаськой своей. Мелкий, давно пора было это сделать. Давно пора было вернуть тебе твое оружие. Держи. Рогатку. На счет раз, два, три выбивай все окна. Чё-то подожди, я еще даже три не сказал. Шишку поставь! Все, по твой выход! Все, по твой выход, давай! Вы с ума там сошли, ненормальные! Давай, давай, забрасывай, 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 все, снежками, забрасывай, забрасывай, в глаз ей попади, главное, в глаз попади! Все, мелкий, ты не надо булыжниками стреляться. Все, стоп, 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 стоп. Людочка, мы с вами тут пришли просто перетереть. Мы проблем не хотим, и вам проблемы не хотим предоставить. Единственное, что я хочу, чтобы вы сделали, это убрали эту чертову рекламу со всего города. Каждая реклама стоит 64 золотые монеты. Извините меня, пожалуйста, любезно, но за вот эту... говно платить не буду! Или убирайте, или я прям сожгу ее сейчас перед вами, прям у вас на глазах. Вы попросили сделать рекламу. Я сделала. А теперь платите бабки, или я на вас в суд подам. Это вы еще мне угрожаете? То, что я должен бабки вам за вот это заплатить? Вы понимаете, когда выходит рум-тур на втором канале, вышел рум-тур, ссылку на этот рум-тур я могу оставить в описании, посмотри, там наша с Катей квартира, как мы живем, наши компы, наша кровать, наша одежда даже в шкафах висит. А она решила сказать то, что Катя украла у меня канал. Вы в своем там уме, да я в будущем у вас никогда больше рекламу не буду заказывать, никогда! Успокойся, ненормальный! Это еще, это я... Стёпа, спрячь биту. Это я еще, да, ненормальный? Вы рекламу убирать не будете, да? Не будете убирать рекламу? Пацаны, план Б. Стёпа, за тем, что я тебе говорил принести, мелкий тоже за тем, что я тебе говорил принести. Давай, на раз, два, три, чтобы одна нога здесь, другая нога там. Быстро, чтобы через минуту здесь все были.
Ну, Людмилочка, Люсечка, как говорится. Людмила, это же Люся вроде. Ну, вроде да. А не хотите по-хорошему, будет по очень и очень плохому. Сейчас Степан придет. О, Степушка, иди сюда. Что вы ко мне пристали-то, а? Ничего. Степушка, давай. Давай. Да, капитан. Какой капитан? Выкидывай. Давай, быстро. Давай. Ага, стремянка. И давай, молоток. Ага. Так. Ставим сюда стремяночку. Залазим туда. Сейчас все будет, Людмилочка. Так, как эту дичь отсюда снять? Вы что удумали? Ну, раз вы не хотите снимать эту... А, так вот, раз... На, собака! Еще, кстати, давайте на камеру это все запишем. Это вы на меня в суд решили подавать. Я ютубер! Майнкрафтер! Святые из святых, просто люди эти. Вот это, сейчас все сам на камеру запишу. Выложу на ютуб. И никакой суд вы меня подавать не будете, потому что у меня будет улики, компромат. Мелкий! Ты будешь оператором, режиссером. Выбрасывай. Ёшкины картошки, ты чё пугаешь? Нифига сидишь здоровая, конечно. Так, сейчас все будет. Опа! Вот это я понимаю. Вы за это заплатите. А, я за это заплачу только в том случае, если вы будете делать мне нормальную рекламу. Тогда да, тогда я вам буду платить. А так, кукиш с маком. Жопу в нос. Или как там вот эти народные пословицы, я не в курсе. Вот, это я сделал за 5 минут в фотошопе, на компьютере. Вот какую рекламу надо сделать. Эдисон и Катя завели кота. Новый ролик на втором канале Эдисон Перец. Мы с Катей строили огромный лего-лабиринт для кота. Мы поехали к Кате в гости. Там Катина мама была. В Катиной квартире мы даже мини-рум-тур Катиной старой хаты сделали. Там, где она с мамой все время жила. Вот, кстати, на втором канале. Вот подсказочка прямо сейчас над моей башкой. Вот тыкни и посмотри ролик с Катей, с котом. И без вот этого всякого твоего кликбейта. Да, там был кот, да, там была Катина мама. Но никто никого не соблазнял, никакие каналы не воровал, кота с окна не сбрасывал, ничего такого не было. А как кота назвали? В смысле назвали? Степа, его Масик зовут. Не я ему имя давал, а вот это Катя ему давала имя. В общем, на втором канале есть вот этот ролик. И чтобы вот такую рекламу каждый раз делали, когда я у вас ее заказывал. Все понятно? Я сейчас полицию вызову! Нормальные люди учатся на своих ошибках и больше их никогда в жизни не допускают. Вы, походу, Людмила, мелкий. Спички есть? Дай сюда спички. Дай сюда. Пацаны, будьте наготове. Я вам обещал с самого начала то, что я вам дверь к чертовой бабушке подожгу. Вот сейчас пришло время. Сигнализация, да пускай работает эта сигнализация. Вы это мне спасибо еще скажите, то что я вам дверь поджег, а не насрал под ней. А в следующий раз это сделаю, если вы еще раз делаете такую плохую рекламу. Собаки рекламовские. Пацаны, ноги в руки, руки в ноги, ноги в руки и погнали. Стекла, разбивайте стекла. У меня все на камеру записано. Мелкий, забирай камеру, забирай камеру. На камеру все записано, у меня все подтверждено. Пошли нафиг отсюда, чертовой бабушки. Красавчик, порешал как мужик. Все, посломай еще вот эту рекламу, сломай еще вот эту. Как говорится, два дебила — это сила. У одного стремянка, у другого молоток. Друг другу помочь не могут. Слава яйцам. Куриным. Молодец. Вот что значит хорошая реклама. Ладно, пацаны, мы Ванчосу давным-давно обещали к нему в гости приехать. Он назвал просто несколько дней назад. Поэтому давайте все по коням встречаемся возле его дома. Давайте, кто последний, тот крокозябра морская. Давай, Степа, я тебе фору даже дам.
А сейчас раз, два, три. Курица с дороги! Ну ладно. Бип-бип, мазафакер, мелкий, сейчас задавлю тебя. Форсаж, девятая часть. Это еще что такое? Ну я тебе позову, мопед быстрый, вот это Гришка Педалькин сказал то, что это самое быстрое, что у него есть, поэтому как бы не смотри, что он розовый. Так, подождите. Музяка какая-то, бильярд на улице, танцпол на улице, настольный футбол. Да у него туса здесь на... Мелкий, вылези из этого, из бассейна зимой в феврале в минус 20. Пошли. Выключит эту шарма! Стой, стоп. Чё за дичь? Ты что творишь? Это я что творю? Это ты что творишь? Ванчос! Ты чё, чё за тёлки? Ваня! Ты подойди сюда, шкет, подойди сюда. Это чё за дичь? Если ты расстался с Аленкой 3 дня назад, это не значит, что ты а батя вообще знает то, что у тебя здесь туса? Что за тёлки две новые, а? А если Аленка придет? Да какое твое дело? Я понял, что мне без Аленки лучше. О, все понятно. Это третья стадия после расставания. Сначала там сожаление, потом что-то еще, а потом вот это забытие. Потом, короче, я не знаю. Просто скучаешь по Аленке, так и скажи. Но это не значит, что ты должен налево и направо развлекаться с какими-то вот этими местными фермерскими чекулями, а? Манчос! Да все нормально, я тут с Галей, с Вероникой познакомился. А кто из них Галя, кто Вероника? Ну, я вижу то, что мелкий уже к одной подкатил. Отличные чекули! Слушай, Аленка, я не скажу, что она лучшая девушка на этой планете, но это не значит, что буквально через 2 дня после расставания надо идти и новых девушек себе находить. Ванчос, одумайся, пожалуйста. Выгони их нафиг из дома и займись фермой. Я тебе в предыдущей серии напутствие дал, чтобы ты хорошим, успешным бизнесменом стал. А ты что начал делать, а? Все, не мешай. Мелкий, нам пора. Я пытался отговорить Ванчоса. Да, на улицу. Мелкий, на улицу. Давай. Степа тоже на улицу. Пиццу оставь детям. Зачем пиццу-то себе забрать? Оставь детям пиццу. Выходи на улицу, давай. Выходи на улицу, мелкий, на улицу. Все, давай, пока. Он сожалеет, он там плачет третий день подряд плачет. Не надо, он там разрыдался, там потоп, он соседей снизу затопил, да. Аленка, он соседей снизу затопил. Он столько плакал, ты себе даже не представляешь, даже учитывая то, что у него как бы частный дом и соседей снизу нет. Крыс всех в подвале затопил. Ладно, все. Пацаны, мне кажется, это будет даже лучше. Аленка, ну ты не расстраивайся. Да там вот эта Вероника всего лишь и... Абита зачем? Аленка! Ваня хороший мужик!
Ну, зато Стёпа у тебя точно такая же тарантайка, как и у Алёнки. Прям... да... Мне кажется, завтра Ванчо с двумя синяками под глазами проснется. Но это, как уже говорится, не наше дело. Я пытался его отговорить. Давай забирай, давай. Будет урок и Ване, что нельзя вот это распускаться после того, как расстался, и будет урок Аленке. Не знаю, правда, какой, но без разницы. Пацаны, по коням и домой. Дела не ждут. Ролики надо записывать, на YouTube заливать. И дачу покупать. Бабок же дофига, надо их куда-то потратить.